Чем можно заинтересовать современного школьника, у которого есть все? Третий иностранный язык, мастер-класс по испанским танцам или работа на телевидении? У учеников лингвистической школы «Промо-М» Юго-Западного административного округа города Москвы теперь есть полный комплект знаний телевизионного производства. По инициативе руководства Российского университета дружбы народов для детей из этой школы сотрудники ТВРУДН провели познавательную экскурсию на телевизионную студию вуза. Концепция обучения в школе «Промо-М» основана на принципах личностно-ориентированной педагогики. Сделать обучение поистине развивающим, увлекательным, вывести его на новый современный уровень – вот задача коллектива. Поэтому увлекательный мастер-класс по телевизионной практике произвел на педагогов, учащихся школы, а также их родителей неизгладимое впечатление. После того, как мы зашли в первую комнату, где находился компьютер, на котором монтировали фильмы, то я мне захотелось узнать побольше о том, что в этой комнате происходит. Потом мы пришли в студию звукозаписи, и тут тоже все очень интересно, и тоже побольше хочется узнать. Нам рассказали, как устроены камеры, как нужно настраивать правильно, брать правильный ракурс, настраивать свет, как правильно снимать в целом. Школьники получили возможность узнать, как работает корреспондент на съемке, как делаются новости и передачи, что чувствует диктор, когда идет прямой эфир. Вы боялись снимать на камеру? Да, очень. Очень боялась, но сейчас как-то чувствую себя дома. И сами попробовали себя в роли ведущих. Сотрудники ТВРУДН с удовольствием поделились своими знаниями с учениками школы. Горящие глаза и шквал вопросов никого не оставили равнодушными. Нам очень понравилось путешествие в киностудию, потому что нам показали разные камеры. Мы увидели, как это на самом деле. Каждая такая экскурсия, каждый мастер-класс является ступенькой совершенствования школьников, поиска путей качественного улучшения образовательного процесса. Спасибо! 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 Новости ТВРУДН.